Всем хорошего настроения, пришло несколько посылок, все посылки с сайта AliExpress и ссылки на эти товары будут в описании под видео. Это должны быть очень интересные товары, которые я давно жду. Давайте начнем с вот этой посылки, просто я не понимаю, что я такого заказывал, чтобы такая упаковка была солидная, вот здесь, чтобы не повредилось ничего, так хорошо продавец упаковал. Так, давайте посмотрим. Ничего себе, ребята, это капец какой-то. Для вот такого алмазного камня такая упаковка. То здесь упаковка стоит как половина камня, наверное. Я заказал на пробу, но я заказал целый комплект. Сначала я заказал один, просто мне нужен вот такой был, вот такой гридности пошире камень. Для чего? Для одной из самоделок моих, которые я делаю. И все эти самоделки я размещаю у себя на основном канале. Смотрите, здесь есть вот небольшой такой... не знаю, это не брак, это просто надо обломать кусочек металла. Вот видите? Вот здесь. А так вроде бы все хорошо сделано. Интересно, как он приклеил вот эту пластину к этому бланку. Бланк необычный. Обычные бланки на моих камнях, которыми я пользуюсь, другие. Они, во-первых, уже, а во-вторых, другое крепление. А здесь очень интересно сделано. Здесь сделано, когда будете вот снимать металл, он будет упираться вот в пластик. Вот здесь есть такой вот ступенька. И это очень неправильно сделать, что есть вот эта ступенька. Сейчас ближе покажу. Сама конструкция мне нравится. Главное, чтобы этот бланк был хорошо приклеен к... Вернее, этот алмаз хорошо был приклеен к бланку. А так, в принципе, все нормально. А вот это я думаю, что вот оно, я думаю, легко отстанет. Я как-то его уберу. В принципе, это мне не помешает. Вот такой бланк. Давайте смотрим другие посылки. Здесь также должны быть интересные товары. Вот здесь, наверное, также камень, только другой уже. Да, это уже пошире камень для ручной заточки или так, как придумаете, так и будете использовать. Я просто буду делать также самоделку с этого камня на 800 грит. Вот этот, конечно, очень интересно смотрится. Давайте уберем все лишнее отсюда, оставим только камень и вот этот камень. Очень равномерное, хорошее напыление, вот так смотрю. И камень, кстати, бывает такое, что здесь есть какая-то дополнительная как бы наклейка, что ли, для того, чтобы затачивать ножи и ложить на какой-то стол. Она, наверное, какая-то из резины, что ли. Ну, так на фотографиях было. Но я заказал дешевле вариант без наклейки, поскольку у меня есть свое крепление. И я буду его приклеивать к своему бланку. В принципе, здесь также претензий нет. И давайте посмотрим, что еще вот здесь. Такая большая какая-то посылка. И также я не помню, что я заказывал. Не хочу просто смотреть трек номера. Мне так интереснее открывать и смотреть, что прислали китайцы. Просто посылок очень много. Так. А, это очень интересная вещь. И я ее жду, просто у меня очень хорошая самоделка по вот этой, с вот этой вещи. А это у нас стойка для микроскопа. Я хочу себе выбрать хороший микроскоп электронный. Это одна из идей. А вторая, я хочу сделать точилку своими руками. И заказал вот себе такой реечный механизм. Здесь есть фиксация, вот здесь. И можно опускать рейку так. Кстати, я уже заказывал один реечный механизм. Но вот этот
чем он мне понравился, что здесь вот наискос вот эта рейка, и более как бы плавное должно быть движение, это раз. И второе, то, что я уже заметил, здесь нет как бы люфта в самом вот этом колесике. Там был. Он не мешает. Он не мешает, и в принципе можно очень точно до сотки выставить угол. Но я хотел попробовать вот такой еще механизм. Он немного дороже. И здесь вот можно откручивать вот это крепление. И в принципе здесь практически ничего не надо менять, поскольку здесь все как бы и сделано. Уже. Изначально так, как мне надо. И в принципе такое же движение. Так. Также можно фиксировать вот с помощью вот этого колесика на нужную вам высоту. И куда еще можно использовать вот этот механизм реечный, так здесь можно бормашинку нацепить или какой-то небольшой шуруповерт или электроотвертку и сделать вот себе такую подставку. Хорошая вещь для самоделок, очень хорошая. И цена, в принципе, меня устраивает. И качество, это все алюминий, сделано неплохо, качественно. Внутри есть, вот там вы видите, я не знаю, видно вам или нет, ближе покажу, есть втулка для более плавного скольжения и для того, чтобы вот в этом механизме не было люфта, и при фиксации здесь ну вообще неподвижно все. В принципе, я доволен покупкой. Вот такой реечный механизм. И вот такие товары заказаны с сайта AliExpress. Все ссылки в описании под видео. Спасибо за просмотр. Хорошего настроения. До свидания.